Это что-то страшное, Ира. Это что-то страшное. Бедный мой маленький. Сейчас все будет хорошо. Это что-то невозможное. Сейчас мама тебя... Лежай. Сейчас будет легче. Все будет легче. Иди отсюда, пожалуйста. Так, ребят, дыхание стало полегче. Уже нет того ажиотажа. Живот, конечно, спал, но не сильно. Хотя мы выкачали уже почти пол ведра. Плюс ему укололи фуросемид, он писает потихонечку. Уже вторую пеленку нам описывает. Но это хорошо, что с него уходит хоть какая-то жидкость. Но дыхание, мне нравится, что дыхание стало получше. Ребенку стало легче дышать. Девочки, отек уходит, и смотрите, какие ребра. Все будет хорошо. Все, дыхание уже легче. Напугал меня, господи, мне показалось, с ведра пьет. Текет, конечно, еще сильно. Ребята, мы делаем в домашних условиях, как можем. Сами понимаете, среди ночи клиник у нас круглосуточных нет. А ребенку помочь надо было быстро. Тебе удобно. Моя грозная собака спит повыше, чтобы его внизу не обижали. В общем, мы упали, а ты ходи как хочешь. Главное, мы легли спать там, где нам удобно. Да, потягушки. Конечно.